Ты выпук. Чё смешно? Да. Поздравляю чала с пистолетом. Перестрелял, это пизда. А нет, это не с пистолетом. 2400 тебе придет. Смотрите, куда он ландится? Куда он ландится, если тут бог ландит? Серьезно, ты поставил артем? Для пидау? О, какой же ты даун? О, я боюсь нажимать, он может крашнуть. Не нажимай, а заранее нажимай. Перемотку просто 4x сделал. Бать, что это нахуй за ники? О, они ники попавили, раньше не было ников. Кто-кто? Нейплейтс, выруби просто. Чё они огромные какие? Они гигантские. Гигантские. Чекайте, как я двоих тел убил. Дабл килл сейчас будет. Чекайте. Бля, почему в скрине брался? А потек в это время уже в лобби, да? Чек, как я выехал? Я после 5-й игры уже просто сразу начал. Нормально. Чек, так держать. Смотри. Две гранаты? Двух типа убил. Без лаки. Гамбит. Ну да, лаки. Ну что, это не лаки, хочешь сказать? Двоих челов одной гранатой. Это скилл, Олег. Чё, чё, вот так, смотри, это лаки. Это тоже лаки. Это тоже лаки. Олег, это просто... Над скилл. Две гранаты у него. Ну, почему ты голый? Ну, пукаешь. Вот, три. А, так прибыл повезло. Так вот, чисто по лапу кинул на рандом гранаты. И с а, так прибыл по скиллу, я вам просто повезло. А там пацаны вроде не этому типа прикала, вообще другому, который... Не-не. Ну вот, я же говорю, лаки. Да получается, везунчик. Ясно, лаки, шкила. Кстати, он без этих трех поинтов или двух поинтов, сколько он заработал, все равно был топ-1. А, не знаю, ладно. Пока Олега там нет? Да я тут главный, меня не кикают. Ля, фриротейт такой, никто не стреляет. Один патрон, у меня будет 6 патронов. Ля, хантест. Ротейт довольно-таки фришный, но... Я когда играл, у меня ротейт на гору был, чтобы ты поймал. Он почти бот кемпом. Бот? Да, бот кемпом. Бот кемпом. Лучше ты больше оставать человечек. А второй вообще ниндзя. Кстати, я бежал, возле меня Нудель Коргина начали адски викинить, прям реплейсить со всех сторон. Его разъебали, я пробежал мимо, помахал киркой, меня не стали трогать. Ебать, Нудель Коргина там топ-30 начали викинить, он обосрался. Бедный Нудель Коргин. А Нудель Коргин... Каков? Стим? Ну да. Майнкрафт? Майнкрафт. Ну, наверное... Нормальный мчик, как всегда. Почему надо интересно? Вот, Фримак, видишь, на тебе на зону повезло. У тебя зона пошла на да перерыв. Да везунчик, забей, все. Ну, у меня зона максимально... Да, у меня 10 ресов тут, наверное. Или 20, что-то такое. Ресов тут нет. Да, я ни разу даже после меня. Ну, ну это должно быть фиш. Ну реально а я не знаю. Это всем побить, это должно быть. Это солнце же будет очень много. А, я, кстати, не везучий. Пизда. Это водичка не да. Фримак говорил, у меня 30 ресов осталось, в итоге он там 54 постройки. Фримак, дед. Ля, парень. Тебе хотите, что было в последней игре? Вот это реально был пиздец. Я сидел в ахуе просто, я не знал, что я это выживу. Реально?
Че, прям неожиданно было? Бля, это пиздец сейчас было. Тут трошка. Пуписа переиграл, кстати, фигу. Вернулся. Или если бы против тебя пупис был, ты бы откисал. Кстати, фейка, ну далеко не набил. Ну ду гуеге, ну да. Смотри, смотри! Я челу киркой махаю, он не викейт. Все, пошел викей. Пошел викей. А у него случайно ник не олдер? Оверледер, там такой есть. Прямо у меня телефон остался, он дал, блять, уберу, лучше нахуй. Забежу. $3.5 взял. Че? Смотри, куда мне Савика прилетело. Роуз, дебил. Посмотри, как Савика прилетела. Видел, как Савика прилетела? И он викей пошел, да? Дальше, смотри дальше. Даже мне так не прилетает. Вот ты птичку тиранишь. Как тебе вообще со стопы в пятку? Привет, поздравляю, 101 точка, какими пальцами жмешь XCV. У него не было... А ты вообще не берешь трапы? Берешь трапы? Все, я убегаю. Я понимаю, что мне это нахуй не надо. Смотрите. РРБ в натуре, будь твоей подруги в дуре. Я просто убегаю, у меня дальше вики. Ему похуй. Он выиграл $3.5. Там К написано. Нет, там чел сверху написал. $3.5. Просто викейт, смотри, ему похуй. Забирает стену, у меня пин 0. У него 3. Я думал, 54. Да, у тебя 20. Я думал, я бы сейчас боксился. Но если у него 20, то у того чела должно быть вообще 50. Смотри, дальше убегаю. Ему похуй. Чел в чате пишет с ником Фрида. Он просто тебя убил до конца. Что такое? У тебя армора нет. Ты убежал? Нет, почти. Там Нирвана фейковый. Я галочку забрали на галочку. Я убегаю, мне похуй, типа, я не хочу файты брать. Примак. Песня какая-то у него. А, да. Че где? Там ниндзя свитч, ниндзя. Че где, че где? Что он делает? Просто викейт, ему похуй. Его понипать. Уже где тупой чел? Тупой, реально тупой, нахуй. Это вейв. Ну это все хуйня. Я пошел БМ. Смотрим дальше, смотрим дальше. Там все хуйня. Давай дай скил. Очень много. Сын там чел фейковый сел. Я чем сайт смотрю. Нет, это не должно. Чекай. Просто чел начинает викейт. Просто дает шот. Спасибо, просто дает шот. Все, пошел викей. Три бошки. Три бошки. Я не знаю, как ты же не выжил. Это консольщик, наверное, пророки. Это Белвит. Нахуй не викейл, я вообще не могу понять. Бэби Бона? Бэби Бэйби? Там еще РПГ фуляри, смотри, тищи, куда его не пать. Хуя, ты так умеешь? Я не знаю, что ты такие словечки знаешь. Ты за хуйня. Че происходит? Почему я вышел? Смотри, еще спамит. Я там кастрик. Капец лакер. Тебе голову просто пришел. А почему ты не слышишь, что аптеку взять? Он слышит, он банк купил, ему хуёво было. Да, уже нет света. О, какой он. Насрал. Он его полчаса не убивал. 54. В ребро. Смотри, какой он лакер. Лакер? Жди. Ну он за то, как там мужик в дверь вышел. То есть он жду? Да, да. Там трапу хотел поставить, и не понял. Хватит, хватит, надо было звать Фрида. Да, у меня перелет, вот. Тебе сам попу проломили. Да, типа он балл, если копки.
Капец, сколько у нее там брони, офигеть. Просто гет щит он. Бачу, у него армола. Он просто не викейт, у него супер лут. Он не просто викейт. Да, он супер даун. Смотри, как я тело дал. Вот это лаки было. Смотри, вот это был лаки. Это был лаки. У меня сердце сжалось два раза. Чекайте, чекайте. Весь Патрик там сидит и звучит так существенно. Не, я просто не делаю. Пизда. Пизда. Что повезло, пизда. Тут разрыв сердца, кстати, у меня произошел. У него ни ресов, ни хуя не было вообще. Очень хуя там был. Так он печально. Ниш, ниш. Стандартный бедный. А ну, пизда, еще раз, как стандартный бедный. Я, кстати, мог выиграть эту игру. Смотрите. Ну там я хуйню делал. Я уже волновался. Я уже хуёво был. Я думал, умру. Ну, в игре. Вот опять. Я у остальных так горело, блядь, я тебя скидывал покарать. Он её бомбил. Да, не бомбил. Я там мужики дерутся за хуйню. А прибыл, на боксой чисто. Ты тут стенку как-то умудряется поставить. Умудряется. Да это я был, у меня 100 пига было. Побок. Просто чел в бок, сколько он дал? Он мне сотку дамеджа просто дал в бок, нахуй, с ауга ебаный. Когда я пророке, наверное, был. Я тут вообще ресов выдал еще. Чел, оп, из ниоткуда. Оп-оп-оп. Это рыбоед был. Откуда такие люди проебают? Да это рыбы. Он на рыбах. Видимо, мне кажется, он там заспавнился просто на ХГ. Потейк протейтится. Он по-любому там заспавнился на ХГ, я не знаю, как ему. Топ 12 есть, может... И смотри, что делаю. Это хуйня была, это была хуйня реально, что я сделал. Это Астра был? Да. Астра заспавнился на хай. Гарик, походу, фу, блядь. Ленарик. Гарик, бульдог, Харламов. Ленарик. Тебя Нарик убил. Тебя повязали. Тебя повязали. Вот это, блядь, посмотрим. Вот стакнутая была. Ребенок войны. А знаешь, почему Фримак ты выиграл? Потому что тебе свою дачу... Ты понимал, он дал удачу, я сразу 50 на 50 умер. Ну потом-то все нормально стало. Да, да. Почему не 0 киллов пишет тут? Так ты на сейф играл. Пизда, да? На плейс? На плейс бахал, что ли? У меня нет оружия. Ты видел? Я нашел пистолет, он восемь не помпал. Капец, лакер. Да обычно в таких ситуациях Олег пистолет получает. Ну, кстати, да, типа одна помпа, это сложно убить. Ты 80 пилот продаешь, а за это время какой-нибудь дроп продается. 50. Просто я махнул. Да, плюс у Фримака броня была. Да. А что тип от тебя побежал, тебя отбор? Ну потому что Фримак там психованный был с фул броней, с пистолетом, а тот чел без брони и с комп. Не, у него был армор. У него был армор. Кстати, завтра на этом капе Фримак будет дропаться с тобой, ну примерно человек 40, потому что... Я буду дропаться. Я буду дропаться. Такие чуваки, как Патрик, будут тоже дропаться, и к Фримаку завтра все будут дропаться 50 на 50, и он погибает. Где патрон лутал, помните, я вам говорил? Где патрон полтать? Мне маг-строитель помог, или пророк, я не разбираюсь. Я пророк, я не разбираюсь. Я разбираюсь. А чисто патроники искал, у меня было 30 патронов, я вышел с Локи, у меня было... 300. Тебя Фримак сыщик, смотри. Все как находят, неплохо. Там вообще никто не лутает, походу. Нет, это все залутано, просто патроники не лутают. Нет, я про патроники спрятаны, скрыты, как ниндзи. Кто-кто? Как ниндзи прячется. Ниндзи? Кто, блядь? Чекайте, какой я килл сделал. Че, посмотришь, какой килл сделал. Ничего, там ванна, блядь. Он мой, тебе. Я, кстати, один раз так у меня было, че ловушка. А я так убил сегодня, типа, кстати. В доме сидел, ко мне подошел, убил. Хороший. Вижу чела. А, парни, вы видите, как мне добавили вот эту вот хуйню 12-ю? Как называется она? Что хуйня? То есть там Фримак ушел, а все остался. Ну, могут еще дикие лаги. Да, крутой FPS импрувает. У меня в 8-й игре 130 FPS был. Нет, не врубил.
Я врубил директ 12 и играл 8 игр с FPS 130, я думал, это сервер лагает. А это что, типа, из-за DirectX FPS только... Чекайте, чекайте! Найс, блум! Забыл тебя реакции, убил сразу. Ну я увидел, что это бот, я начал викейт. Это с контроллера чел, походу. Иди, сунди, хуя ему хуярит. Что это такое? Тебе смога меня строитель? Кто это человек? Мне кажется, у чела пинг 100 просто. Походу, реально. Это я был, пытался. О, найс, сквозь стену, нормально. Сквозь стену? Найс. Да, там сквозь стену было. Так-то я стрельнул быстрее. Ну, потому что пинг ноль. Бля, сейчас в кодах сотка выйдет, блядь. Сколько там за первое? 154. А кто у него стенку вообще не отнял, дроп? Так я же говорю, я не знаю, нереально было снять. Ты никого, походу, не отнимал при выходе игры, а нет. Ну, я тут переиграл. Ну, тут переиграл. Тут как бы переиграл. Тут как бы переиграл, да. Смотрите, я сижу, где сижу, кстати? Бля! Пизда, нахуй. Короче, зона не на меня упала, я где-то тут сижу. Тут где-то сижу. Вот тут, вот я синий вроде. А нет, я вот этот. Вот смотрите зона. Призывает зону. Призыв. О, на зону. Ну, кстати, это довольно-таки фри ротейт, потому что я просто по правой стороне пробежать с нижней. Я ждал, пока челлась ебутся. Вот, по его ресу. А я когда, вот примерно такая зона была, я был с самого верху слева. Абсолютно всегда, у меня настолько далеко, но всегда. Олег, так ты лоу скил. Я помню, как мне сундуки лутал на вордкапе, у меня говно выпадало, мне Артём говорит, так ты не умеешь лутать сундуки. Так Артём, а ты умеешь чекать? Так мне сегодня 6 пол. Так помнишь, Амир, Артём там один сундук толтал ему с карта, выпал все тут. Да, он. Сначала дал голову и тело, просто на рандом. Он так это пророки фанат. Пророки. А сегодня Фримак демку показывал что-то, я свернулся не со снопы моментально полетел. Это Киряча вниз сюда. Киря. А, один Киряч ТВ. Так это он, скорее всего, прилетает. РПГ прилетает. Мне просто нахуй не везло, я не знаю. Посмотрите, как я чел разбивал, посмотрите, у меня 200 ресов, у меня 0 хп. Чекайте. Один в один. Чё с демкой, чё он бахает? 200 ресов, там 54 коробки я строился. Ты убил 54 человека, у тебя миника. Надо моментально и бонусы и рано, и всё, представь. Тут как бы, ну, повезло. По факту. И ну насколько типа решает каждый килл, если так задуматься в соусах? Да, очень сильно решает. Соус? Это пиздец. Соус табаск? Табаск я аверу, а баск? Чё ты? Смотри, как я хайграунд забрал охуенно, кстати. Опять у него фулл рез из того чела выпали, офигеть, лаки. Я твар. Да, ты меняешься соло режим из-за того, что, блять, вот если не повезет, то сразу. Да, ресы потерял. Не выпали миньки и не выпали пул ресы у чела. Так я его убил, в смысле, блять, что ты хочешь? Я его переиграл полностью, у него был 200 хп, я его переиграл. Так нет. Все, Олег, заткнись. Ты, блядь, хуйню не переиграл его, то переиграл, но вдруг у него бы было 0 ресов. Да нет, Олег. Тут, наверное, опасный, кстати, сзади. Ты так знаешь, так можно всю жизнь говорить и ничего не выигрывать, нахуй. Враги всегда экономят, ты никогда не экономишь, это закон. Подлость. Закон. А реально? Закон? Украина. А вот смотри, тут фри хг у Фримака. Да, всю игра фри. Никто не стрелял вообще нахуй. Олег, скажи, что это повезло. Ну а что, Фрима, хочешь сказать, вот это не фри хг было? Забей, Олег. Ты видел, как я в прошлую зону ротейтился? У меня было 100 ресов, чел нахуй. Эх, Олег. Смотри, это фри хг просто, фришная. Мне просто лазерят три пули в голову нахуй. Ну ты, наверное, не доиграл. Надо сбоку было закрываться. Охуя, я тебе ебал набили. Это как Патейк вчера говорил, со снопы Фримака нокают. А он такой, да, блядь, закрываться надо. О, Фримак изначально мог бежать так, как сбоку закрывать и просто стенку, ну, пол ставить. Там чё лучше-то похуй, он с КГ прыгнул. Ну нахуй надо, КПС. На ХРС, блядь. Смотри, как я чё убил. У меня тут 100 с адресом. Да не, у него есть, он 3 бокса построил. А, да? Да, он код ЛБ полный. Полный? Он походу видел, что это один фримок там. Полный как фримок? Начали фримок. Вот, опять фри хг по... Ну, шо, фри хг, так он и был на хг. Забей, это Олег. Так нет, зона обратно. Олег, шизик. Это первый раз зона разда, первый раз, даун. Если даже она в ту сторону пошла, все равно было фри хг. Вот такие, Олег. Я держу полностью всю зону нахуй. Олег говорит, фри хг, зона повезла, блядь. Ну так вот, фри,
Так я всю зону сверху держу, что ты несешь? Ты сначала разучился с ресурсом. Да, ресурсом закончился. Повезло, потому что. А я сегодня, пацаны, уклонялся, кстати, от пуль, и все пули задолжил. 30 пуль, а по мне 0. Вафли, у тебя до сих пор за такой юбилей. Батя, повезло, пизда. Нормально, там чё съел. Охуеть, никто как гранный контестит. Пизда везет, нахуй. Пизда везет. Везение максимальное, максимальное везение. Ну, по факту, когда ты на ХГ бежишь, то фрикилы все абсолютно. Разве нет? Просто со скара спамит. Да, Олег, да. Сколько нарезается? Я чё в чате пишут уже, Олег? А уже мнение, Олег, сформировалось. Олег клоун. Батя РПГ. Пизда, он с РПГ не попал в меня. Охуеть лаки, пизда. Килл засилили, смотри. Ебать лаки, пизда. Если бы не засилили, он бы меня убил, 100%. Лаки рок. Повезло опять. Это он газ. Илон Маск, это Илон Маск запустил. Илон Маск запустил одного человека. А, да? Ну по факту челу просто не повезло мне. Мне повезло. Олег. Там пиздец был, там так вы орали, пацаны, это кайф. Ну да, да, дебилы орали, я игру играю, там лети, бегу эти. Все, найс. Победная. Что, боксы?